Здравствуйте! На вопрос, куда отправиться в эти выходные, ответит наша афиша и я, Юлия Север. 24 января в Театры оперы и балета опера Чайковского «Пиковая дама» по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Опера «Пиковая дама» – одно из величайших произведений мирового реалистического искусства. Эта музыкальная трагедия потрясает психологической правдивостью восприятия мыслей и чувств героев, их надежд, страданий и гибели, яркостью картин эпохи, напряженностью музыкально-драматического развития. Характерные черты стиля Чайковского получили здесь свое наиболее полное и совершенное выражение. До сих пор «Пиковая дама» остается одной из непревзойденных вершин классического оперного искусства. Актеры театра «Самарская площадь» приглашают на лирическую комедию «Богатые невесты». Действие происходит на подмосковных дачах. Против привычных купцов у Островского здесь герои-дворяне. Она – своенравная красавица, не признающая, кроме своей воли, никаких правил. Он – благовоспитанный, подающий большие надежды чиновник, строгих правил. Они встретились, лед и пламень, страсть и честь. Они ломают друг друга, пытаются переделать. Кто же победит? Конечно, любовь. Не пропустите 23 января в театре «Самарская площадь». 24 января в театре «Камерная сцена» спектакль по произведению Ивана Бунина «Солнечный удар». На пароходе встречаются молодой поручик и прекрасная незнакомка. С ними случается то, что бывает в жизни каждого мужчины и женщины, но только один единственный раз. Невозможно остановить мгновение. Человеку дано лишь выбирать между болью утраты и разочарованием. Герои Бунина выбирают первое. На сегодня все. Надеюсь, наша афиша сделает ваши выходные яркими. Всего вам доброго. До скорых встреч.